Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 2. Да, надо еще мне жесткий диск. Давайте. Так. Выяснили. Давайте вернемся обратно к нему. У нас работает такая телепорт. Смотрите, как он действует. Вот так мы телепортировались. Осталось только вот подойти к этому месту и выслушать нотации. А, вот дядя Марио? Я в прошлом видео перепутал миссию. Куда они его несут? Проследить. Вот. Так. Блин. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться. Так, ладно. Хорошо. Я вас нанимаю. Ой, он еще и бежит, оказывается. Мне его поймать надо? Нет, мне проследить надо. Так. Ладно, пока. Отлично двигается. Да ладно, подожди, вставай, ты он тебя все равно не видит. Давай, давай. Новый штраф. Ой, это мы любим. Штрафы новые. Это у меня все есть. Оружие. Хреновое. Вот пуля бы куплю. Здесь еще раз? Заходи. Хорошо. Уболтал чертяка. Ты пьян? Да пошел ты нахрен. А должно быть, ты тоже из этих проклятых южан, да? Так, опять бежит. Я не забыл, что ты сделал с моей сестрой, Филио ди Путана. Так, ладно. С этим вводится дополнительный налог на предметы роскоши. Отлично, блядь! По рукам! Блин. Он посюда пробежал, нет? Ой, эти сейчас пока пойдут. Бен. Сиди здесь. Заставь их задуматься. Давай, давай, давай. Не далее, как в прошлом. Сейчас подожди, еще и те за ними прибегут. Вообще суматоха будет. Всем уважаемым гражданам Венеции. Через неделю Бартон Золотом стоит с вами скоро. Я не хочу знать. Опа. Опа. Такая вышла. Опа. Нет, тварь, я тебя не упущу. У тебя есть пиво. Блять, я не упущу. Чем мы можем помочь тебе? Давайте. Здесь продаются только лучшие товары. Если вам противна роскошь, то тут даже не... Так. Дамы. Ну давай, давай, куда ты несешь-то его? Место. Блин,
Я обслуживал герцога. Блин! Тварь ты такая! Что, заново? Ну давай, ладно. Слезай, Тора! Что ты здесь делаешь? Убирайся! О, блин. Да, Бен. Ладно, иди. А, так я, оказывается, не с самого начала-то. Друзья, заходите ко мне. У меня лучшее снаряжение во всем квартале. Это уже хорошо. По приказу самого Дожа, жителям города разрешено... Так, это мы знаем. Все. Спокойно. Оседай. Спи. Ложись. Так, это воры бегают, это мы знаем. Бен. Давайте, красавицы, вы со мной пойдете, господи! Когда я что-то деньгами посорю? Деньгами сорить вообще нельзя, потому что они достаются с трудом, и ну, пускать их надо на дело. Например, как на жесткий диск мне. Вот так. А ты давай, беги. Ты даже не видишь, что я за тобой иду. Господи, я единственный человек, кстати, в этом городе, который в черном. И что-то ты ко мне ноль эмоций испытываешь. Ладно. А, вот, вот где я провалился. Давай, пробегай, и сейчас он вот здесь вот. Сосиска это появится. Да пошли вы нахрен со своими ящиками. Даже бабы дошли уж до меня. Господи. Девчата. Давайте, давайте. Вот там у меня плакат мой. Что ты делаешь, Стронзо? Вот интересно знать, вот ты посыльный, если ты посыльный, какого хрена ты вообще по верху-то идешь? Он здесь? Это не мой ассасин! Да, спокойно, почему ты кричишь? Я тебе что плохого сделал? Господин ждет, ага, вас, вот, и он дошел. Не потерпит оплошности. Заверни это как следует, сейчас же. Испанец здесь? Это все меняет. Если я смогу проникнуть в этот отряд, занять место курьера, они приведут меня прямо к этому сукиному сыну. Конечно. Итак, я найму вот этих ребят. Взгляните на мой... Да блин, если вообще не то. Вы знаете, где искать. Пронто. Вот. Бене. Блин, вас обнаружили. Как вы нас там обнаружили? Хотел вообще замутить девочек взять еще. Подходите, друзья. Потому что я не хочу, чтобы они шиковали за счет мой девочками. Не зли меня. Убирайся. Высокие цены! За дело. Товары того стоят! Так. Не торгую! Си. Так, указания были даны. Ну ладно. Что делать? Это когда платье горячее. Так, две штуки мне вполне хватит. Си. Я его знаю. Спокойно. Адио. Увидимся. Зачем этот? Опа! Опа! Такая вышла! Опа! Ну, господи! Да.
Вот если у меня своя комната для звукозаписи будет, ну, в смысле, для ведения контента, вот тогда вы эмоции мои увидите и услышите. А так я не очень эмоциональный, потому что, ну, не корову же проигрываю, ничего не теряю. Сижу за компьютером. Да, сэр. Прохожу одну из игр. Это момент величайшей важности. Держите строй. Делайте все правильно. Держите строй. Господи, как вы это любите все красиво делать, но на самом-то деле, на самом деле. Хрень полная у вас. Вы ни хрена не можете, ни хрена не умеете, ни хрена не знаете. Так что... Один с молотом, другой с мечом. Господи, даже одно оружие не можете взять в руки. Нормально, чтобы оно у вас было. Одно красивое оружие. Ну, допустим, копье. Хорошая вещь. И от конного, и от пешего можно отбиться. А учитывая, если видеть, как шаолиньские монахи там с ними управляются, так, господи, от кого угодно можно убиться. Алибарда. На Руси всегда была алибарда. Не, ну там еще этот палаш. Ты что делаешь, идиот? Здесь только стражи выше закона. Если мы захотим перерезать тебе глотку и забрать... Не, не палаш, а кто? Бердыш. Пошел отсюда. Куда ты пошел? Вернись в строй. Больше он к нам не полезет. Должно быть... Что... Блин, опоздал. Из-за вас, козлу? Как вы могли меня... друг на друга наседайте. Что-то я не понял. Это у меня, кстати, я много раз играл в данную игру. Ну, вот такой вот у меня первый раз, когда я облачен в их форму, уличаюсь, как он называется, буллит. Ну, короче, унижением и над, давлением со стороны своих же, так скажем, ну, хрен с ним. Для, в простонародье назовем, дедовщины, чтобы мозг не парить. У меня лучшие товары из металла. Что это за нахнагель? Я же в вашей одежде, я же такой же, как вы. Вы должны мне во всем помогать. А вы свое «я» здесь высказываете. Из-за ящика какого-то крестьянина нахрен. Вы дебилы просто, граждане. Этот ящик, если даже разлетится, господи. Всем уважаемым гражданам Венеции. Возьми пакет. Собери ты эти груши и яблоки. Сумку. Сходи за вторым ящиком. Я не знаю, но у тебя много вариантов. Ой-ой-ой-ой-ой. Я в броне иду. Вот, кстати. Интересно, это один из важных моментов в данной игре. Встреча-то встреча, но мы его не убиваем. Она точно у тебя? За тобой никто не следил? Абсолютно. Все прошло идеально. Мы выполнили приказ точности. Задание на Кипре оказалось сложнее, чем мы предполагали. Ой, что это с ним? Давно не виделись. Нет-нет, оставьте его мне. Вот, вот Родриго. Это дело. Ну, и где он? Кто? Твой пророк? Похоже, никто сюда не пришел, Родриго. Сколько людей погибло ради этого? Ради содержимого ящика. И что? Никто не пришел. Как никто не пришел? Ты же пришел. Я, в смысле. Ты утверждаешь, что не веришь пророка. И все-таки ты здесь. Ты не видишь его? Пророк уже здесь. Я пророк. Вот что-то я сомневаюсь в тебе-то. Попробуй отобрать его. Чё-то, почему ты не гасишься? Ты не
Так. Да твою что мать, ты даже не туда смотришь. Подожди, смотри. Так, минутку, подождите. Ну? Что, не нравится тебе? А? Давай. Опа. Да, у меня хороший нож, кстати. На. Получил. И это все? А где же все остальные? Остальные? Ты понятия не имеешь, да? Стража! Ой! Он быстро устал, так что не рискуй. Ждите, пока он раскроется. Парни, вспомните, чему я вас учил. Так. Ора! Я тоже так умею. Блин. Так. Блин. Последний костер разведут только через час. Давай, 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 давай. Вот один остался. Дядя. Ха-ха. Не бойся, племянник, ты не один. Да, а сколько вас тогда? Лис. Я что не ты один. Здесь делаешь? Мы можем задать тебе такой же вопрос. Мы? Вот они все. Все вопросы потом, брат. Не дай бог же уйти с этим ящиком. Вперед! Давай, 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 вали его. А сейчас вы умрете. Покажи, Майк, мы с тобой. Подходите, трусы. Янка расколет еще парочку черепов. Так. Все усилия напрасны. Пророчество сбудется. Сокровище станет моим. Блин. Смотрите, друзья, наш Эйкер стал настоящим воином. Блин. Вот так, проткнули. Уже хорошо минус полтяк. Отлично. Вот правда, копейщика, да. Вот давай, забирай. Куда? Война началась задолго до того. Вот так. С тобой вступили в нее. Блин, да вообще не то нажал. Мы будем вместе рубить тамплиеров. Чудесно, правда, Эд? Да. Но ты лучше не поты. Похоже, ты. Почему я не могу прицелиться? Брависсимо! Надо будет повторить как-нибудь.
Твоих братьев давай, я убил. Для с этого того, края. Чтобы доказать, что вера не стоит жалости. Ну помогайте мне, родственнички, блин. Вы охренели, что ли? Ну давай. На! Это за моего отца. Не получилось, убежал. Паула? Он ушел, но мы нашли то, что искали. Нет, я должен догнать его. В самом деле? Или ты здесь по другой причине, сын мой? Сын? Теодора, что? Что вы все тут делаете? Возможно, то же, что и ты, Эцио. Надеемся увидеть пророка. Ты не видел, я пришел, да? Сюда убить знаки испанца. То на них. Плевать я хотел на вашего пророка. Он так и не пришел. Нет. Он здесь. Но пришел ты. Что? Было предсказано пришествие пророка. И тут неожиданно появляешься ты. Быть может, ты и есть тот, кого мы искали. Да. Кто ты? Николо Ди Бернардо Макиавелли. Я ассасин. Хранитель древнего искусства защиты и развития человечества. По крайней мере, Адама и Еву мы разгадали. И, все находящиеся и побег здесь. Из... Вы все ассасины. Рая. Паула. Вольпе. Это правда, племянник. Все эти годы мы направляли и обучали тебя, чтобы ты смог вступить в наши ряды. Думаю, время пришло. Мы получили то, что хотели, но это еще не все. Встретимся здесь на закате. Ну хорошо. Все будет так, как ты захочешь. Посвящение. Это слова, сказанные нашими предками. Они лежат в основе нашей веры. Когда остальные слепо следуют за истиной, помни. Ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни. Все дозволено. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Ничто не истина. Все дозволено. Вот час так настал, Эцио. Сейчас мы не столь прямолинейны, как наши предки. Но наша печать все так же вечна. Ты готов присоединиться к нам? Да. Эта боль скоро пройдет, брат. Как и многое другое. Охренеть! Ну что я могу сказать? Это больно, пипец, действительно. Бенвенуто, Эцио. Теперь ты один из нас. Пойдем, у нас много дел. Клеймили как животное, а теперь пойдем. Охренеть, как до мяса не дожгли. Там на раз-два до мяса-то дойти-то можно. Вот так вот. Все. Ну вы-то все куда-то убежали. Ладно, и я куда-нибудь убегу. Чтобы вам не мешать. Память синхронизирована! Прыжок! Ну, давай посмотрим, что ты нам преподнесешь. Ты в порядке? Конечно. Прекратим? Нет, я должен вернуться. Немедленно! Только все решил, что... И вы сразу меня возвращаете. Что все дозволено, только мне дозволили, все. О, бог ты мой. Шон? Что за звуки? Да, конечно. Как я мог забыть об этом? Может, и нам расскажешь? В 1492 году папой избран Родриго Борджиа. Ну? А это значит, что злейший враг Эцио стал самым могущественным человеком Италии. Всегда мечтал побывать в Ватикане. Ну, значит, тебе повезло, Дезмонд. Ведь именно туда ты и отправляешься. Невероятно. Просто потрясающе.
Что это, Леонардо? Для чего эта штука? Этого я не знаю. Как не знаю, почему Земля вращается вокруг Солнца. Ты хотел сказать Солнце вокруг Земли? Нет. Оно сделано из материалов, которые не могли существовать. Однако очевидно, что это очень древний артефакт. В кодексе он назван частицей Эдема. Испанец. Он называл его яблоком. Яблоком? Как запретный плод? То есть ты хочешь сказать, что это... Это оно самое. Ой, видите, какие-то формулировки пошли. Оно не должно попасть в плохие руки. Слабого духом оно сведет с ума. Не сомневаюсь, что испанец пойдет на все, чтобы вернуть его. Эцио, используй все, чему ты научился, чтобы защитить артефакт. Но проблема. Отвези ее в Форли. Это неприступная крепость с пушками. И ею правит наш друг. Что за друг? Ее зовут Катерина Сфорца. О, я ее знаю. Подумать только. Мне это начинает нравиться. Вот сейчас самое интересное, спасибо, кстати, будет. Спасибо тебе за все. Давай, защищать друг. Будем этот замок. Леонардо, Эцио сказал, Катюшка, что ты часто ездишь в Милан. У меня вилла в Тоскане. Непременно навести меня. Конечно. Он тебя навестит. Но мне-то надо Катюшке. Пока на вас венецкий плащ, вас не объявят в розыск Венеции и Романье. Он мне вообще похренул на розыск на этот. Романья. Плащ. Ну, плащ как хотите, одевайте, не одевайте. Я говорю, я-то в доспехах хожу. Хороших. Заслуживаю. Так-так. Кто к нам пожаловал? Мадонна. Я сразу поняла, что в тебе что-то есть. Но что ты ассасин? Ну, что тебя смущает-то? Рисковый парень. Пойдем же, дорогой. Тебе понравится Форли. Пушки в нашей цитадели исправно служат уже сотню лет. Здесь артефакт будет в безопасности. Простите, но я никогда не слышал, чтобы городом правила женщина. Я просто поражен. Ну, раньше, конечно, им правил мой муж. Он умер. О, простите. Это я заказала его. О. Так, блин. Мы узнали, что Джероло Мориарио служил все тамплиером. Все хуже и хуже. Составлял для них карту, отмечая местонахождение страниц кодекса. Да что скрывать, я вообще не любил эту сволочь. Он был скверным отцом, плохим любовником, да и вообще... Да не это! Зануды. Смотри! О, нет! Безумцы! Давай, вон, собирай, пусть. Ой, они даже мимо денег куда-то убежали. Ну, я не знаю, тут дурные люди. И я эти бегут. Постой. Что происходит? Сеньор, они появились, как только вы ушли со стены. На город напали. Что? Кто напал? Братья Орси, сеньора. Я здесь. Ах, чтоб меня. Кто такие Орси? Те негодяи, которых я нанимала, чтобы убить мужа. Это дело рук испанца. У самих Орси на это не хватило бы ума. Как он узнал, куда мы повезем яблоко? Мы решили это совсем недавно. Потому что они пришли не за яблоком, Эцио, а за картой Риарио. Черт бы побрал твою карту, Николо. Там мои дети. Тысячи чертей. Ничего страшного. Мне нравится твой ответ, который ты бахнешь. Да. Боже, позовите стражу! Здесь убийца! Блин! Вау, я зарубил его! Блин, не ожидал, что я, конечно, его зарублю толстого, но тем не менее... Так, мне сейчас надо замок отвоевать.
Эти подонки уже внутри! Предатели! Может, там есть другой вход? Дай-ка подумать. Возможно, есть. Под западной стеной проходит старый туннель. Бене, я скоро вернусь. Давайте, ждите меня. Эй, вы! Да, я к вам обращаюсь, трусливые дворняшки. Вы вторглись в мой город, в мой дом. И вы думаете, я буду просто смотреть на это? Давай, поехали. Нет уж, я вам яйца оторву. Так. Вот так, и еще немножечко, подождите. Копейщика. Это, люди, послушайте. Хочу, там. Да сейчас мы... А, под, это значит нырять надо. Минутку. Минутку, подождите, так. Так, надо сейчас выход искать. Ой, выход, вход. Сейчас, подождите. Насколько я понимаю, надо нырнуть под вот эту штуку. Так, вот мы проплыли. Теперь давайте будем участвовать в госперевороте. По крайней мере, вот здесь вот. Так, вы мне не интересны. Так, идем дальше. Вот так. Ни хрена себе. Ну-ка, еще разок. Вот так. Еще перечит мне, падла. Может быть, вы поэтому и не уходите. Так. Мечтаете, чтобы вам в задницу воткнули длинный дубовый шест? Господи. Дама-то с фантазией. Где они вас откопали? Вот таких бы, да. Ну, учитывая, что у нее там дети остались, то да, именно действительно такие речи только от нее ждать ее можно. Уже не станет. Да. Вы все равно не мужчины. Дубовый шест в задницу — это будет само то. Сразу двоих. Поднимаем. То есть открываем ворота. Все, сейчас люлей навешать всем надо. Давайте. Вешаем люлей. Опа. Блин. Зарубили. Так. Взгляните на мои товары. Клянусь, этого проткнули. Ты мертвец. Зарубили. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда мы? Вперед. Я вижу его. Плачу. Есть. Еще один. Блин, вот так вот, с двух сторон. Прессуйте и все.
А сейчас его зарубят там. Все, я зарубил. Пойдем. Что у нас там следующий? На дороге с Болонью замечены разбойники. По слухам, это наемники-космовцы. Бей его! Иди сюда! Давай. Ой. Вот это с другой стороны еще, давай. И он еще убежал. Почему вы оставляете их? То, что вам нужно. Может, в чулане или еще один наемник? Да бежим, бежим. Не останавливаемся. Пусть они там воюют с кем хотят. Наша задача сейчас выжить. Ужасно. Ой-ой-ой. Блин. Вот так со всех сторон на них. Твоего стоит достойно. Вот так. Я сделаю все, что ты скажешь. Да. Хотел убежать. Все, подрезали, подрезали ему и ручки, и ножки. Кто убивает овец? Открой дверь! Открой дверь! Престо! Не измеряется! Ремонт. А вы ничего не продаете пока? Ловушка! Может, Лис прячется в этой норе? Но мне перерабить тоннель назо бомбить! Так. А сколько, интересно, тебя двоих зарубил уже? И еще немножечко осталось. Люди! Еще одно убийство в мою смену. Что за дьявол бродит среди нас? Кто видел убийцу? Кто видел убийцу? Подождите. Так. Нет. Будет. Ну, доспехи у меня самые лучшие. У меня от этого, от предка достались доспехи, так что они у меня самые лучшие сейчас. Ну и моднявы, естественно. Мои дети. Но где же Бьянка и Октавиан? А сколько у тебя детей? 8? Простите, сеньора, когда все это началось, они играли на улице. Я не знаю, где они. Скоро пришли подкрепления! Они штурмуют цитадель! Эцио, не дай этим ублюдкам прорваться! Хорошо. За мной! Отстоим замок. Ну, принять, конечно, чего вы? Держи его! Так, первый есть. Второй. Замечательно. Мне исторически надо какого-то побить или что? Ай-яй-яй. Да. Вот так. Так. Подожди. Я его сам выстегну. Сейчас мы почикаем их всех.
Да. Что, не получается у тебя нападать, да? Вау. А, ну вот, вот так вот в паре действуем. На. Перейдем сейчас на другую сторону, не беспокойся. На. Не получилось, да? Сейчас мы всех завалим, подождите. Завалили всех. Так. Давай. Катерина! Катерина Сфорца! Я знаю, что ты там! У меня есть то, что тебе нужно! И что же у тебя есть? У тебя дети не пропадали! И Эцио Аудиторе здесь! Какой приятный сюрприз! Дай им ответ! А вы, должно быть, братья Орси! Людовико! И Чекко! К вашим услугам! Довольно! Где мои дети? Отпустите их! Конечно, сеньора. Мы будем рады отпустить их. За кое-что ценное. За некую карту. И за некое яблоко, брат. Да, и за некое яблоко. Или мне перерезать горло твоим малышам. Негодяи, думаете, что запугали меня? Я ничего вам не дам. Давай, ответку. Вам нужны мои дети? Забирайте. Мне есть чем делать новых. Если вдруг съели. Передумай, что они будут в деревне, за городом! У тебя ровный час! Ничего страшного. Освободим. Катерина, нет. Я не допущу, чтобы ты жертвовала детьми. Никто и никем не жертвует. Верни их мне, Эцио. Си, положись на меня. Конечно. Яблоко должно остаться в крепости. Охраняй его. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Увидимся на следующем видео. Пока!